It's my birthday! Ta-da! Всем приветики, долгожданный, я надеюсь, влог для вас, потому что хотела снять косметическое видео про косметику, что мне понравилось за вот 2023 год. Нет времени собраться, накраситься, начинать все это снимать, поэтому думаю, дай-ка я сниму влог. Намечается тут некоторая движуха, скажем так, сегодня жду родителей, прямо сейчас буду делать быстренько уху. Через полтора часа нужно выехать делать макияж, вечером будем проводить время с родителями, с мужем, с детьми, в общем, все вместе. А завтра будет у меня день рождения, исполняется 40 лет. Ну, как не снять, наверное, такую дату. Кстати, у меня выскочил прыщ к знаменательным датам, ну как же, вот именинница без прыщей. Ну да ладно, мне нужно будет собрать чемодан визажиста, кое-что здесь доложить из косметики, все, что мне будет необходимо. Вообще сумасшедшие какие-то дни, декабрь весь месяц такой, он макияжный, рабочий, и я взяла себе 3 дня отдыха, буквально с 21 по 23, но вот, как видите, даже сегодня не могла не сделать макияж. Я делала макияж, мнение, и думаю, ну как я оставлю ее в праздник без макияжа? Конечно же, придется выехать и сделать. Надеюсь, что влог получится интересным. Сниму на память это видео. 40 лет. Завтра мне будет 40 лет. Обалдеть. Вы меня уж простите, я освещение туда-сюда таскать не буду, поэтому иногда качество будет меняться. В общем, делаю уху, сейчас все покажу. Обычно нам нужно зелень, мелень, картошечку, кругляшами чищу вместе с морковкой. Все получается, как будто уха на природе. Лук. Также можно добавить лимончик по вкусу. Вот такая форель. Пеночку сейчас буду все снимать. Неоднократно беру. Это вот солнечный янтарь. Однажды я ездила туда просто как блогер. Ловили рыбу, нас там кормили в их ресторане. В общем, познакомились с этим местечком. Я выловила рыбу. То, что вылавливаешь, покупаешь. Делала уху, она всем очень понравилась. Эту форель выращивают именно специально и кормят специальным там кормом. Все очень нам нравится. Сумками, сумками, как обычно, все носит. В несколько рук. Ох, и яйца даже домашние. Ну, каждый раз везем. Ну, сейчас просто, ты говоришь, мало несутся, правильно? Кто нам нравится? Ну что, смотрим, какая у нас вкуснятина здесь получается. С зеленью будет очень вкусно. Я еще могу добавить немножечко лимона. А вот мама говорит, можно лук просто кинуть луковицу и не нарезать. Но я обычно вот так вот мелко нарезаю. Лук будет мягкий-мягкий. И также все с ним очень-очень вкусно. Я уже на месте. Будем сейчас наводить красоту. Вот моя красавица ждет уже здесь. Все, разложились. Ирина, вы чем занимаетесь? Окрашиванием волос? Колористика. Угу. Прически не делайте, а то не смотрю уже с прической у меня. Ну так, есть и укладки, но не более того. Угу. Вот. Все, сейчас будем делать макияж. Это наше до, и скоро будет после. Отмакияжила, подъезжаю, у нас тут, видите, Дедушка Мороз. Захожу домой, сейчас нужно еще ужин приготовить и посидеть всем вместе нам спокойненько. Так, смеются надо мной, что я снова картошку и мясо, мое любимое коронное блюдо. Быстренько и очень вкусно, всегда на скорую руку. Достаем, будем ужинать. Зажгли камин на ночь, глядя после ужина. Красота. Периодически включаем. И романтично. Ну что, всем доброе утро. Пока еще не 40, мам. Сколько мне 40? Во сколько лет? Во сколько времени 40 лет мне будет? Уже в 2 часа ночи было. А, было? Уже 40 мне сейчас стукнуло? Ну, конечно, в 2 часа ночи. В 2 часа ночи мне стукнуло 40 лет. Та-да-да-да. От мужа. Мама с папой тоже мне тут подарили. Денежку уже подарили. Это тоже подарочек от мужа. А детишки мне что здесь подарили? Детишки, что мне здесь сделали, а? Какие открытки? Днем и ночью не спали, наверное, делали. Открыточки. Так, давайте мы сейчас с вами будем делать распаковку. Куда вот эту красоту? Вот сюда мы вот так вот положим. Делаю распаковку подарка от мужа. Я не знаю, что здесь, честно. Олег, ты говоришь, что это, наверное, iPad, либо
MacBook. Почему я ты думаешь, да? Я говорю то, что это MacBook. А, вот. Я мужу единственное, что сказала, что он мне уже 2 года подряд дарит айфоны, потому что мне нужно это все для съемок. И сейчас вот я на 14-й пробую. В этот раз единственное, что я сказала мужу, только не 15-й айфон. Ну, не то, что зажралась, но не особо они как-то отличаются. Поэтому, ну, понятно, что здесь точно не айфон. Давайте будем аккуратненько все здесь это с вами распаковывать. У меня здесь сзади надо было снимать сзади все это. Как у меня здесь зрители стоят все в нетерпении, что у нас здесь. Честно, вообще не знаю, мыслей нету. Никаких. Все, так, ты уже увидел? Я еще не вижу. Что это, Олег? Это MacBook Air. Что, правда, что ли? Так, это, подождите, что, реально MacBook? И я теперь могу фоточки сюда перекладывать. Олег, дай мне какую-нибудь штучку. Спасибо, мой сладкий. А что мне сейчас с ним... Что мне с ним сейчас делать, Олег, если я практически не перестала монтировать? Мне так неудобно было на ноутбуке. Перешла в монтаж в телефон. Все время у меня дети там сидят, играют. И я практически... Ну, иногда какие-то нужны приложения там с компьютера. Еще нужно обучиться, наверное, как правильно мне все это делать. Там, сыночек. Где? Давай, мой сладкий. Вот это? Ну ты что нам, ты чё? Давай, показывай. Вот это вот, да? Все, ну вот, а мы тут колхозники. Так, вот так вот, да, мы это делается? Та-да-да-да-да. Та-да-да-да-да. Ой, прелесть какая. Подвинем. Я уже намакияжила здесь. А причесочку сделала. Олежечка, держи, чтобы мне ничего не упало. Сыночек, иди помогай. Ничего мне не выпадет оттуда. Держишь? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. А, просто его достаем пока, да? Это что у нас тут? Проводочки. А вот здесь вот что у нас? Ну-ка, Олег, что это? Ну, как у айфона, в бумажке все. А, это просто бумажки там, ничего. А, нет. Это что блок это? Питания. А, понятно. С первый раз дарит MacBook, я не в курсе. Папа, где там папа? А что он фоточки не делает? Бежит. Ты мой сладкий. Иди поцелую тебя. Правильно тут все это делаю, да? Так вот? Давай, мой сладкий, открываем. Давайте торжественно открываем. Ну, такой тоненький, легкий, вообще удобный. Можно с собой брать пощипные шлаки. Он должен был включить сразу, он просто разреженный. Спасибо большое. Его открываешь, он включается. Да? Закрываешь, он выключается. Он просто долго ехал, и он уже разрядился. Он просто не заряжен. Маточки. Красавчик. Все, теперь я могу брать его с собой в поездке. Кис, иди помогай здесь. Что надо? Язык тебе по-русски теперь нельзя будет? Палочка, как по-русски? Сейчас мы выберем язык, и будет все русское. А, будет все русское, да? А сюда язык мы просто купим на американские буковки, на российские русские наклеечки. Тут нету русских букв. Русских нет, точно, конечно, я только сейчас заметила. Прикольно. Если у меня слепой 10-пальцевый набор, так мне и не важно. Нет, я если так... у тебя слепой набор, чтобы тогда вообще не тебе языком, нажмите клавишу «Return». Спасибо, сладкий, красота какая вообще. Смотрите, какую прелесть мне здесь подарила Олеженька, мой сладенький. Любимая мама, поздравляю тебя с днем рождения. Я желаю тебе счастья, здоровья, денег, чтобы все твои мечты сбывались. Ты дороже мне всего на свете. Ты красивее всех на планете. Я тоже тебя люблю, сыночек мой сладенький. Спасибо, мой хорошенький. Вот еще у меня тут приболел немножечко. В том году тоже на день рождения приболел. И в этом году. Ну, Маркуша, у тебя прям ты не изменяешь традиции. Открыточку ты свою потерял, не нашел еще, да? Давно он мне тоже сделал уже открыточку. Ну, потом найдем, да, мой сладкий? Да. Теперь будем маму красить. Быстренько экспресс-макияж. Мама до, и потом покажем маму после. Вы посмотрите, какая у нас красота получилась. Мам, давай глазки закроем. Так, свет нам нужно как-то. Некогда здесь все это мне настраивать. Красотки, все, идемте. Спасибо. Я готова сейчас только выбрать обувь, украшения, жемчуг. Даже серьги некогда мне уже складывать. Все, все уже ждут. Выезжаем. Ну что, нас много, поэтому мы на 3 машинах едем. Главное, чтобы было место, где припарковаться. Последний раз меня там оштрафовали, когда мы сидели. Вот, настроение праздничное. 40 лет все-таки, не каждый год. Мальчики, как у вас? Хорошо. Все, едем. Покажем давай нашу погоду, Олежечка. Смотрите, какая у нас вообще здесь
Катя. Такое ощущение, как будто не декабрь, а апрель месяц. Да? Да. Маук! 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 Малек! Маук! Встречает нас тут изюм. Мы сейчас нафоткались. Этот момент, когда надо собрать всех детей и сделать все фотографии. Не знаю, что там получилось вообще или не получилось. У нас здесь уже снова выполняется. Да, это вкусно? Да. Маркуша хотел пепперони себе отдельно. Олежечка, как тебе? Итальянскую кухню ты любишь, да? Вот раз тебе тоже понравилось. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. У нас, да, у нас здесь перчини вулкан. Сладчища. У меня в стакане было. Поздравить вас с днем рождения. Желать вам побольше улыбок, счастья, всем было здоровья. И хотели бы вам подарить вот такой вот солнечный десерт. Мы дали принять загадывать желание на восходе солнца. Желание исполняет. Вам нужно сейчас придумать желание. Я знаю, у меня есть. Ага. И сейчас, когда я подниму кольцо, ага, вам нужно успеть загадать, пока крем не коснется тарелка. Пока крем не коснется тарелка. Да. Да. Готовы? 3, 2, 1. Поздравляю. Дорогая дочь Алла, прекрасный день, прекрасное время, прекрасный год. Все у вас еще впереди. Все у вас есть потенциал большой, могучий, можно сказать, в лице твоей второй половинки. Пусть это трудно, пусть это было, но это счастливо сейчас. Как мы видим со стороны, как это наблюдать нам очень приятно. Все у вас складывается, все хорошо, все отлично. Так что мы желаем, чтобы у вас было еще лучше, еще замечательнее. И все у вас приумножилось. Это естественно, чтобы счастье и приумножилось ваше семейное. Следующий год. И ваши цели осуществились, и все задуманное свершилось. Желаем, да, всего самого хорошего и наилучшего в этой трудной жизни. Я хочу сказать, что вот скоро нам будет 50 как не месяцев, 50 где-то у нас будет сладость. И я хочу, чтобы вы дожили кружку такой свадьбы. И вот чтобы мы встретились опять все вместе, и опять вас поздравляли, и семья ваша приумножалась, самое главное. Счастье вам, вашей хорошей семье. Прямо от души. У нас все, праздник подошел к концу. Первая партия разъезжается у нас. Первые гости. Пока-пока. Пока-пока. Счастливого пути. Давайте, аккуратненько. Ну вот и отметили. Уже у нас смеркается. Все так же дождливо. Первый раз, чтобы вот такая дождливая погода была на мой день рождения. Уже скоро Новый год. А у нас здесь такие лужи. Мы также пока все разъезжаемся, потом опять съезжаемся. Первая часть наша официальная закончена. Как у вас настроение? Понравилось все? Нам тоже очень понравилось. Кухня тоже вкусно. Если брать что-то мясное блюдо типа шашлыка, то уже не так вкусно, да. Запечатлела я все-таки свое 40-летие. Меня Олег за столом спрашивает: мам, ну каково это тебе, когда уже 40? Я говорю: Олег, вообще нормально. Разницы абсолютно никакой нет, как будто обычный день рождения. Вот, в душе всегда мне 25. Вот, поэтому прощаюсь с вами. И, конечно же, увидимся в следующем видео. И, конечно же, заранее говорю всем большое спасибо за ваши теплые искренние поздравления. Пока-пока и до новых встреч. А, да, кстати, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Что там еще можно? Подписывайтесь на мои социальные сети. Анапка МХ73. Жду. Пока-пока.